Всем привет, добрый вечер, доброе утро. Специальный репортаж с Нью-Йорка веду, еду через Нью-Йорк. Конечно, трафик, но ничего, мы продвигаемся. Нам только ни много ни мало предстоит 3000 майлов проехать до Вашингтона, штата. Так что все впереди. А пока просторы. Смотрим вправо, смотрим влево. Вот вам и Нью-Йорк. А вы-то думали, что? Добрались мы до Нью-Йорка. Конечно, хотя пока выехать, выйдем отсюда, пройдет немало времени, но а что робити? Вот так, вот там слева мосты, вот там слева. Сейчас траки мешают, но пока выйду на привейчик, сами видите, что делается. Вот там сдалека видно будет, не видно. Еще трак наклачу, я ездил в последнее время на автомат. Но все вроде нормально. Все вроде окей. Да, будем лефкать. Вот так. Погода хорошая, тепло. Так что буду немножко вот показывать. Много мостов. Так что надо внимательно для трака. Вот. Братья, все буде добре. Боїться, що я одною рукою біжу в апарат. Боїться, щоб я його біжав. Але тут в тунелях. Заїжджав в тунель. Вот так. Все, видите? Поехал в туннель. Да вроде продвигаемся по туннелю. Длинный туннель. Хотя бы отсюда выехать. Да куда ж нам деться? Куда ж нам деться? Все будет добре. Сейчас выйдем, посмотрим, что тут. Что там на улице? О, мост начинается. Снова мост. Сан-Франциско. Подожди, Манхэттен. Едем на мост.
наблюдайте, пожалуйста, любуйтесь. Мосты любви. Мощный мост. Нью-Йорке сигналят и Одессе, и Сан-Франциско. О, нам-то что, мы белые, мы едем себе, газуем, немного неудобно держать камеру, ну ничего, хоть что-то. Вот так. Шикарная трансляция идет из Нью-Йорка. Все, сказала, куда ехать, я понял. Будем дальше трансляцию вести. Так что это вам все как положено идет. Так что надо лайки ставить вовремя, а не так баловаться. Так, ну добре, немножечко показали. Едем дальше. Выезжаем на фривейчик. И будем продолжать. Товарищи полицей слева. Окей. Ну вот так примерно. Все, давайте, всего хорошего, там еще высотки слева. Вот такое примерно положение. Всего хорошего. Всем всего хорошего. Едем дальше. До побачення.